последний звонок. Это всегда трогательный момент прощания со школой. У выпускников, а в 24-й школе 2 11 класса, была возможность завязать ленточки на дереве желаний, самой заветной мечтой. Сейчас, наверное, все они думают об одном – успешно сдать единый госэкзамен. Хорошие воспоминания, я думаю, останутся в дальнейшем, как бы. Все замечательно. И в дальнейшем планы хорошо сдать ЕГЭ и поступить. Да, это самое главное. Но сосредоточиться предстоит чуть позже, а пока первоклассники подарили 11-классникам красные шары. Их решили выпустить в небо, которое сегодня словно по заказу было ясным. Вот так же, как улетающие в небо шары, каждому выпускнику предстоит шагнуть в неведомый пока взрослый мир, где учителем уже станет сама жизнь. Глава города Анатолий Пахомов пожелал ученикам 11 классов хорошо сдать экзамены и вернуться уже после окончания вузов домой. Но вы должны знать, что малая родина всегда вас ждет и будет очень рада, если вы все-таки выберете местом проживания для себя свой любимый город. Свою малую родину, Сочи. Здесь есть чем заниматься. Здесь каждый день открываются все новые и новые, новые места рабочие. Даются возможности для любого человека. Прощальный школьный вальс. Он всегда исполняется во все времена. Как и последний звонок, который еще раз напоминает о том, что 11 лет упорного школьного труда подходит к завершению. И помните всегда. Ребята уходят на свой последний классный час, чтобы еще раз сказать своим учителям слова благодарности. Прощаемся со школой, это последнее чувство, которое запомнится, мне кажется, навсегда. И, конечно, сложно прощаться со школой, и даже сейчас до слез очень. Грустно, естественно, но впереди вся жизнь. Чему да, рад, поэтому не надо расстраиваться, надо идти только вперед, с высоко поднятой головой. Радоваться всему, еще все-таки поступление в университет. Волнительное и трогательное утро было сегодня для 35 тысяч сочинских школьников. На торжественных линейках, посвященных празднованию последнего звонка, также чествовали более 7 тысяч первоклассников, которые завершили свой первый учебный год. 26 тысяч учащихся начальной школы перешли в следующий класс. Гимназии номер 8 выпускники так не хотели прощаться с привычной школьной жизнью, что по сценарию не смогли найти школьный звонок только после поздравления учителей и школьного вальса. После награждения лучших выпускников гимназии последний звонок все-таки прозвучал. Последний звонок – это еще и окончание учебного года. Для большинства мальчишек и девчонок наступила дивная пора летних каникул, когда ребята смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях, провести время в походах и на летних спортивных площадках. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.